Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я представлю квантовый голографический модуль «Радар». «Радар» – это модуль для личной защиты энергоинформационного пространства человека. И этот модуль нужен для тех людей, и необходим иногда бывает для тех людей, у которых нехватка жизненных ресурсов, энергетических ресурсов, для тех, кто имеет выработку профессионального потенциала, кто очень сильно устает на работу, кому не хватает энергии, людей, у которых повышенные эмоциональные нагрузки, у которых повышенные физические нагрузки, психические нагрузки. Конечно, этот модуль необходим тем, кто не может справляться со своим психоэмоциональным состоянием, кому сложно находиться в равновесии, но это прежде всего необходимость для того, чтобы принимать правильные решения, правильно и адекватно оценивать происходящие события, потому что это очень важно, когда мы видим события такими, какие они есть на самом деле, ясно и четко, значит, мы принимаем правильные решения, совершаем правильные поступки. То есть, когда человек находится в состоянии равновесия психоэмоционального, только тогда он может правильно оценить происходящие события. И вот в нынешней ситуации, которая уже длится достаточно много времени, мы понимаем настолько, насколько истощены энергетические ресурсы у людей, даже просто потому, что они находятся в постоянном психическом напряжении, потому что они не знают, чего ожидать от жизни, потому что у многих есть неопределенность и страх за свое будущее, за будущее своих детей. Но вот этот модуль, он помогает преодолеть вот эти состояния, восстановить жизненные ресурсы и восстановить энергетический потенциал, которого бы хватало на все процессы нашей жизнедеятельности. Это и на здоровье, это и на отношения, это и на выстраивание каких-то профессиональных событий, это и реализация собственного потенциала, это и на то, чтобы хватало, скажем так, у нас энергии на то, чтобы думать или создавать какие-то новые проекты и реализовать их, чтобы быть в гармоничном взаимодействии с другими людьми. Ну и, конечно, чтобы была вообще в целом реализация своего жизненного плана, для чего каждый из нас пришел в этот мир. И чтобы было понятно, на каком уровне работает этот модуль «Радар», я хочу сказать, что вот сейчас то время, новое переходное время, когда век энергии уже прошел, и сейчас наступил век информации, то есть век, когда включать человек должен сознание, сознание в осмыслении каких-то происходящих процессов, человек, который должен получать знания, которые помогают ему ориентироваться в этом мире, знания по тому, как у нас устроен этот мир и как происходит взаимодействие, посредством каких законов. Ведь это на самом деле не так уж много и нужно знать. Есть основные законы, по которым развиваются все системы, начиная от Вселенной, галактик, планет и заканчивая клетками, человеком, растениями и животными. То есть все развивается, угасает по одним и тем же законам. И поэтому мы должны понимать, что только сейчас, когда мы владеем этими знаниями, тогда мы можем ориентироваться в мире проблем, и мы можем наиболее легче и быстрее решать эти проблемы. Ну а в лучшем случае, как я всегда говорю, все-таки нужно создавать уже, программировать те ситуации и те события, в которых мы хотим участвовать, а не в тех проблемах, которые нас засасывают. Вот с помощью наших разработок квантовых голографических модулей мы можем прийти к жизни, когда мы сами управляем событиями и достигаем результатов, живем в гармоничном диапазоне. Базовые законы жизненных процессов – это, конечно, законы, которыми, где управляющим элементом является информация. И именно информация в мире всегда первична. Ну, как говорится, вначале было слово, а может быть мысль, импульс мысли. Так вот, именно от качества информации зависит качество и количество энергии. И информация – это некая программа, матрица того, что уже
выстроена как эталон какой-то. Например, матрица программы развития биологического организма. Ведь у человека же не растут, ну, будем говорить так, вместо рук ветки. То есть заложена уже какая-то информация развития человеческого организма. И если эта программа дает сбой, значит, у человека начинаются программы, проблемы со здоровьем, например. Есть программа, по которой, например, да, мы все выстраиваем и сами выстраиваем некие программы, например, это могут быть план строительства, это планы развития какой-то организации, то есть мы простраиваем планы, чтобы по этому плану потом развиваться. Все, как говорится, перекликается. Поэтому матрица или программа, она должна быть во всем. И мы понимаем, что мы ставим какие-то цели. Это как программа некая, ну, наша, допустим, есть краткосрочные цели, есть долгосрочные, но какая-то цель наша, как мы ее выстроили, почему-то у нас иногда может, мы можем не прийти к этой цели, или она может разрушиться, или что-то может этому помешать. То есть есть некоторые некие внешние вторжения, внутренние какие-то события или ситуации, то, что влияет и сбивает вот эти программы с того гармоничного пути развития, по которому это должно развиваться. То есть есть некие вторжения, есть некие такие моменты. Так вот, информация первична, и эту, еще раз говорю, эту информацию, то есть программу, может сбить какие-то внешние факторы, а иногда и внутренние факторы. Далее информация, от качества информации зависит уже качество и количество энергии. Будет ли эта энергия созидательной или разрушительной? Хаос, разрушение может приводить энергию, информация приводить энергию в такое качество или в порядок и развитие. Конечно, любой человек хочет выбрать порядок и развитие. Значит, для этого нужно устранить ту информацию, которая создает хаос и разрушение. Ну, а уже от качества энергии зависит качество материи. Качество материи – это качество нашего здоровья, качество событий, качество состояний наших, качество отношений. Вот, в общем, все, что нас окружает, на это качество влияет. Как информация, так и энергия. И каждый может, наверное, проанализировать, чего в его жизни больше присутствует, что преобладают, разрушительные какие-то факторы или все-таки факторы развития и созидания. В каком частотном диапазоне мы резонируем с окружающими? Так как законы энергии, это первое, это закон перетекания энергии, то есть всегда, где больше, перетечет туда, где меньше. Это закон, например, двух сообщающихся сосудов из физики, которые мы изучали в школе. А вот, то есть плюс информация, плюс и минус. Это как электричество, это как магниты, плюс с минусом. Это как электромагнитное поле. Вот здесь мы видим пример, например, плюс и минус. Плюс у нас вверху, минус у нас внизу. Так же, как у Земли. Плюс на северном полюсе, минус на южном полюсе. И почему, например, говорят, что спать нужно головой на север. Это правильно, потому что если мы будем спать головой на юг, то немножечко будет меняться полярность. И за счет этого мы можем не высыпаться, например. Ну, какой-то сбой небольшой будет. Далее. Если мы смотрим на уровне вот здесь, на изображении матрица, мы видим, она искаженная. Она в целом должна быть ровненькая, как овал, как яйцо. Но мы здесь видим такие деформации и разрывы в этой оболочке. Внешне это наша защитная оболочка. Это та оболочка, которая удерживает энергию вокруг нас. И отсюда, из этой полевой нашей оболочки, энергия через энергетические центры поступает в наше физическое тело, через чакры. И эта энергия уже движет все наши жидкости в организме. Эта энергия переносит, является носителями сигнальных, всех сигналов. Это наша центральная нервная система, это скорость сигнала, это качество этого сигнала. Если мало энергии, значит сигнал, мозг совсем слабенькие сигналы передает на то, как должны работать наши органы и системы. Отсюда, конечно, как следствие, и сбой в наших функциональных состояниях. И вот эти вот провалы такие в матрице, это как раз вместо вот этой оболочки, которая должна быть плюсовой, вот в этих местах энергия переходит в минусовое значение. Значит, у человека идет отток энергии. Ну и, конечно, процессы, которые включаются в этих местах, это разрушительные процессы. Это энергетическое состояние. Естественно, раз есть утечка энергии, у человека уже не хватает энергии на какие-то жизненные процессы,
ситуации. А вот в мире информации, если в энергиях плюс минусом работает, то в информационном диапазоне у нас резонанс происходит на уровне плюс к плюсу, минус к минусу. И если уже мы от родителей получили искаженную матрицу, генетические какие-то перешли негативные программы, ну, например, неуспешность была в карьере у родителей или у кого-то, какие-то заболевания были, или неуспешно складывались отношения, или, может быть, у родителей были ситуации, где их кто-то обманывал, ну, какие-то ситуации с аферистами, может быть, их воровство с деньгами было, еще что-то. То есть вот эти, это же качество событий. И вот эти события, информация об этих событиях, она тоже передается следующим поколениям. И у людей, у детей, вернее, у детей, у внуков тоже могут быть резонансно притягиваться подобные ситуации. Они могут попадать в такие же ситуации. И все знают, что если алкоголики были, например, в родословной, то эта программа передается и влияет на следующее поколение. Если, например, не складывались личные отношения между родителями или бабушками, дедушками, то эта программа в дальнейшем тоже повторяется детьми. Поэтому вот именно на информационном уровне у нас происходит резонанс плюс к плюсу, минус к минусу. Но если мы учтем, что в наших поколениях предыдущих мало было, может быть, позитивных событий, потому что наши предки прошли через войны, через революции, через репрессии. И я думаю, ну, большинство семей такие события происходили. Поэтому и вот в нашей жизни тоже события выстраиваются не совсем позитивные, и столько усилий требуется, чтобы преодолеть какие-то препятствия, чтобы что-то реализовалось в нашей жизни. Ну и здесь даже я как пример показываю, например, поляризация здоровой клетки. То есть что снаружи, то и внутри. И если наша полевая структура, оболочка разрушена, и много здесь минусов, это также отображается на структуре нашей клетки. Внутренняя сторона нашей клетки должна иметь минус, а внешняя оболочка клетки, она должна иметь плюс. То есть это вот это энергетическое поле, энергоинформационная оболочка, через которую в клетке поступает энергия, информация для ее жизнедеятельности. Поэтому если снаружи у нас идут такие нарушения, как правило, это уже сказывается на состоянии нашего здоровья. Так как посредством информации выстраиваются процессы резонансного взаимодействия и, конечно, воздействия на различные системы, то если у человека много негативной информации в его поле, а это может быть и внедренная какая-то информация, это, ну, самое банальное, если говорить уже на бытовом таком уровне, например, ну, кто-то сглазил в детстве, это могут быть оккультные какие-то методы воздействия, то, естественно, человек уходит, его пространство находится в низкочастотном разрушительном диапазоне, поэтому низкие вибрации вызывают и, скажем, все ситуации складываются негативные, возникают проблемы, возникают конфликты с окружающими людьми. И наоборот, если у человека поле гармоничное, если внешняя оболочка целостная, если достаточно жизненных ресурсов, значит, человек переходит на более высокочастотный диапазон вибрационный, и он уже взаимодействует, резонирует с людьми на более качественном уровне. То есть это даже может быть негативный человек, но по отношению к этому человеку он будет проявлять свои самые лучшие личностные качества и выстраиваться могут даже гармоничные отношения. Хотя для другого тот человек может быть, ну, с точки зрения, как он говорит, например, негативный, не очень хороший человек. Поэтому для того, чтобы человек мог правильно оценивать какие-то ситуации, осознавать происходящие события, чтобы он мог проявлять волю в своих поступках, не только волю в принятии решений, но в конце концов волю, чтобы довести начатое дело до конца, чтобы в каких-то случаях отказать кому-то, если ему предлагают, ну, будем говорить так, участие в каких-то не очень хороших событиях или это не нравится человеку. То есть для этого, чтобы мозг мог работать в полном режиме, обрабатывая огромный объем информации, как вот сейчас у нас столько много идет взаимодействие с информационным полем, миром, это работа с компьютерами, это отчеты. Вы сами понимаете, что сейчас очень большой объем информации поступает. И вот
Представьте, где взять энергию нашего мозга. Это должны быть дополнительные ресурсы. Это нужно повышать мощность мозга в обработке информации. Это нужно увеличивать количество нейронных связей, чтобы за счет этого обработка информации увеличилась и улучшилась. Для всего этого необходимы жизненные ресурсы, для всего этого необходима энергия. А где взять энергию у человека, если у него этих ресурсов не хватает? И даже сейчас мы видим, к нам приходят молодые люди, у которых, казалось бы, 25 лет, 30 лет, а у них настолько истощены жизненные ресурсы, потому что ритм жизни другой, потому что темп другой. Наш организм не справляется с такой нагрузкой, внешней нагрузкой информационной, потому что мы сейчас живем в мире напряжения, огромного напряжения. Ну, события, к сожалению, вынуждают нас быть вот в этом состоянии. Как научиться сохранять спокойствие, равновесие и, самое главное, как восстановить вот эти жизненные ресурсы. Поэтому самая главная задача это, так как мы говорим, что именно информация влияет на все качества нашей жизни, поэтому для этого необходимо устранить низкочастотные помехи, негативную информацию, которая имеется в нашем пространстве, очистить, можно так сказать, информационная гигиена, сейчас есть такое понятие, то есть удалить ту информацию из нашего пространства, которая нас разрушает. А мы ведь не думаем, когда мы просматриваем сети интернет, когда мы просматриваем разные соцсети, сколько бит информации через наш мозг проходит. Вы представляете, вы просмотрели, вы даже не прочитали, но находясь в вашем поле, информация уже загрузилась в ваше пространство. И это помехи, эта информация создает помехи. Нам нужно хотя бы адекватно реагировать на ситуации, принимать правильные решения. А вот этот избыток информации, он не дает, он забирает просто у нас энергию и создает помехи. Поэтому нужно удалять вот эту чужеродную, ненужную информацию, которая никаким образом не способствует нашему развитию. То, что нужно, оно останется. Нам нужно устранить то, что мешает развитию бизнеса, развитию гармоничных отношений. Нам нужно устранить негативную разрушительную информацию, чужеродную, которая мешает сохранению наших жизненных ресурсов, которая мешает раскрытию творческого потенциала не только детей, не только молодых людей, но и вообще любого человека. Потому что, как говорят, от 60 лет, от 50-60 начинается самое главное – этап в жизни человека, когда он может реализовать, придумать какие-то идеи, какие-то открытия новых технологий и так далее. Это самый такой плодотворный этап в жизни человека. Поэтому не важно, сколько человеку лет, важно сохранить, восстановить эти ресурсы и убрать те помехи, которые мешают ему быть здоровым, счастливым, которые мешают выстраиванию гармоничных отношений, которые мешают раскрыть свой потенциал, свой талант, а самое главное – реализовать это в профессиональной сфере и, конечно, получать радость от жизни. И самое главное, чтобы когда у человека хватает жизненных ресурсов, причем, еще раз скажу, что это энергия развития, это чистая энергия, созидающее, тогда у человека восстанавливается психическое равновесие. И наши центры имеют правильную закрутку, правостороннюю, как мы говорим, это энергия развития созидания. Вот тогда наши цели, которые мы выставляем, они начинают реализоваться в гармоничном варианте. Так вот, модуль радара, о котором мы сегодня говорим, это квантовый голографический модуль, это устройство совершенно нового поколения, которое работает на уровне, будем говорить так, это механизм работы на уровне, скажем, квантово-механической природы. А квантовая механика – это работа на уровне атомов и молекул таких систем. И вот этот модуль, он является индивидуальным для каждого человека, активируется лично на него. И этот модуль не только защищает от негативных внешних воздействий, в том числе накопленных в течение жизни, но и создает, восстанавливает внутреннюю гармонию и способствует восстановлению энергетических жизненных ресурсов, восстанавливает целостность структуры.
Кроме того, модуль этот устраняет воздействия, которые накоплены в течение жизни. Например, может быть, это были какие-то оккультные методы воздействия. Сегодня уже не секрет, это доказано уже наукой, что такие вещи существуют. И это уже можно зафиксировать с помощью аппаратно-программных компьютерных методов контроля, диагностических методов, когда фиксируются такие вторжения в энергоинформационную оболочку человека. Поэтому модуль способствует устранению вот таких чужеродных вторжений, которые были накоплены на протяжении всей жизни человека, ну, до сегодняшнего дня, например. Кроме этого, модуль устраняет, будем говорить так, и помогать человеку от воздействия, например, психических воздействий других людей, это и ментальные воздействия, и психические воздействия, когда окружающие люди могут относиться с агрессией к вам, и, естественно, это сразу, ну, будем говорить так, снижает энергетическую защиту человека, как бы раскрывает его поле, агрессия, страх и так далее. И все, что заберите у человека всю его энергию, и он не сможет сопротивляться, потому что это самый, как говорится, распространенный способ воздействия на сознание людей. Причем сейчас очень распространены методы уже более такие современные инструменты воздействия на сознание масс людей, управления их сознанием, сознанием общества в целом. И мы являемся уже свидетелями вот таких воздействий, но, как говорится, подтверждение тому те события, в которых, к сожалению, которые мы наблюдаем сейчас. И модуль радар, когда устраняет вот эти внешние вторжения, разрушительные программы, конечно, он выводит, как бы переводит человека на более высокочастотный диапазон, и за счет этого из вашего окружения, ну, как бы автоматически, можно так сказать, вы перестаете резонировать с негативными людьми. Из вашего окружения удаляются люди, которые, например, вредили вам, может быть, враждебно были настроены, может быть, из-под тишка каким-то образом воздействовали на вас, приносили какой-то вред. И вместо таких людей начинает ваше окружение меняться. Вместо таких людей притягиваются люди более позитивные, люди, которые близки вам по духу, по мировоззрению, по нравственным принципам и так далее. То есть они будут помогать, способствовать развитию, а с некоторыми, может быть, и будет дальнейшее творческое какое-то развитие, и, может, это бизнес, какие-то проекты будет и так далее. Потому что в бизнесе мы же тоже понимаем, что важно, какой будет партнер. От этого недостаточно только в себе иметь личностные качества, знания, умения, навыки, мощный энергетический потенциал, но ведь важно, какие партнеры будут притягиваться, потому что, как говорится, мы взаимодействуем в этом мире и резонируем с другими людьми, и в одиночку очень сложно что-то выстроить. Это могут быть партнеры, это могут быть клиенты и так далее. То есть в зависимости от того, ну, какое направление в деятельности человека. Поэтому модуль радар способствует и снятию психоэмоционального напряжения, приводит человека в более равновесное состояние. И самое главное, что помогает совершенно по-другому реагировать уже на происходящие события. Многие у нас отмечают, что если раньше в каких-то критических ситуациях у них была реакция эмоциональная и резкая реакция, то если такие ситуации возникают, человек говорит, я как бы отстраненно смотрю на эту ситуацию и совершенно спокойно, эмоционально не реагирую, а значит, и человек дает уже адекватную оценку этой ситуации и правильно реагирует, совершает правильные поступки и действия. И, конечно, использование этого модуля снимает как бы конфликтность с окружающими людьми, улучшает социальную адаптацию, формирует защитную такую мощную оболочку. Ну и когда идет уже накопление энергетического потенциала, жизненных ресурсов, модуль радар включает уже механизмы собственной защиты, которые заложены у любого человека, но на протяжении жизни эти защитные механизмы были утеряны, либо деформированы и, к сожалению, не работали. Так вот, модуль,
он способствует восстановлению собственных механизмов защиты. Когда у человека срабатывает интуиция, еще до того, как произойдет какое-то негативное событие или появится какой-то человек, который может нанести вред, хозяин модуля уже начинает ощущать, что что-то здесь не так. То есть срабатывает лучше интуиция. Ну и что я еще хочу сказать, конечно, время восстановления целостности матрицы у каждого свое, у кого-то в течение недели уже улучшения идут, у кого-то за месяц. Все зависит от глубины деформации поля, сколько времени человек находился вот в таком безэнергетичном состоянии, сколько нужно времени, чтобы наполниться ресурсами. Но в любом случае я хочу сказать, что в первые же дни, в первую же неделю человек уже ощущает эти изменения. В первые же дни он понимает, что его состояние изменилось в лучшую сторону. Он стал более гармоничным, он стал более спокойным. Ему легче общаться с другими людьми. Поэтому вот если мы посмотрим на эти изображения, частотный диапазон событий, продолжительность жизни, как это сочетается вот с нашей голографической матрицей, матрицей с ее состоянием. И здесь мы видим, матрица искажена. Естественно, при искаженной матрице возникают ситуации негативные, жизненные, проблемы со здоровьем, в отношениях, внутреннее состояние тоже человека, упадок сил, депрессии могут быть, нет энергии, чтобы двигаться вперед. И, естественно, если есть разрывы в оболочке, в нашей вот этой внешней защитной оболочке, конечно, идет утечка энергии, и продолжительность жизни у человека, конечно, сокращается. А вот когда уже матрица целостная, энергетические ресурсы в данном случае у человека оптимальные, то есть высокие жизненные ресурсы, значит, и события развиваются в более гармоничном варианте, и, конечно, продолжительность жизни у человека увеличивается. И если вот так, ресурсы поддерживать все время в этом оптимальном режиме и устранять утечки энергии, как бы поддерживать целостность матрицы, естественно, что продолжительность жизни можно в разы увеличить. Самое главное, как я говорю, находиться самому во внутреннем равновесии психоэмоциональном, не допускать негативные мысли, не допускать негативной энергии, выстраивать гармоничные отношения с людьми. И в таком случае, когда у нас матрица целостная, жизненных ресурсов достаточно, мы способны уже выстроить в своей жизни более гармоничные события. Несмотря на то, что вокруг вас может царить какой-то хаос, но вы будете резонировать уже в высокочастотном диапазоне с теми людьми, с теми событиями, которые принесут гармоничное развитие в вашу жизнь. Те, кто уже пользуется модулем «Радар», как всегда, я говорю вам успехов в применении этого модуля, в серьезных таких хороших продвижениях, восстановлении и поддержании жизненных ресурсов. Кто еще не имеет этот модуль, но примет решение приобрести, я желаю встать на путь гармоничного развития. И, конечно, всегда будем рады обратной связи. Если будут какие-то вопросы, пишите нам на нашу почту. Также вы можете писать вопросы в наших соцсетях. Также рекомендую просматривать наши лекции и в том числе мини какие-то зарисовки лекции по модулям на нашем канале YouTube. Ну и благодарю за внимание. До следующего эфира. И, как всегда, еще раз повторю, ждем обратной связи. До свидания.